Активизировать работу по переходу от КСК в УСИ и простые товарищества поручил аким Уральска Абатшыныбеков, депутатам городского маслихата. На очередной сессии глава города выступил с докладом, в ходе которого отчитался о работе по улучшению благоустройства и социально-экономического состояния города за период текущего года, о бюджете, проблемах и планах в материале наших корреспондентов. Как рассказал аким города Абатшыныбеков, объем промышленного производства составил 103,6 миллиардов тенге. Основная доля приходится на обрабатывающую промышленность. Объем инвестиций составил 37,6 миллиардов тенге. За счет частных инвестиций в текущем году планируется реализовать 42 проекта с созданием 800 рабочих мест. Для социально-экономического развития городу необходимы качественные дороги. Общая протяженность автодорог в Уральске сегодня составляет порядка 615 километров. На текущий год в планах асфальтирование 30 километров дорог. В этом году мы завершаем прошлогодний проект по строительству автомобильных дорог, уличных дорог в микрорайоне Сарака, поселке Зачаганск. Ведутся работы по строительству дороги в микрорайоне Сарака, поселке Дерку. В этом году там должны мы вложить около 10 километров дорог. На повестке дня сегодня вопрос по замене канализационной системы. Из общей протяженности канализации в 377 километров большая часть пришла в негодность. Также ведутся работы по замене арочной системы. Мы проводим модернизацию этих канализационных коллекторов. На сегодняшний день проведена модернизация около 26 километров канализационных коллекторов. Также сегодня требует внимания вопрос преобразования КСК в ОСИ и простые товарищества. Решать его необходимо активнее, обратился аким к депутатам и представителям отдела ЖКХ. Не остался в стороне вопрос тарифа на проезд в общественном транспорте. В ходе сессии маслихата стало известно, что дифференцированный тариф все же введут уже с октября текущего года. По транспортной карте стоимость проезда составит 80 тенге, а наличными уже придется отдать 150. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.